Чемпионата мира по волейболу она вернулась с победой. В Челябинск сегодня прилетела Евгения Старцева. В Японии южноуральская спортсменка играла за сборную России. В резиденции губернатора Женю встретили цветами и поздравлениями. Ей всего 21, и это ее первый чемпионат мира. Одолеть в финале команду из Бразилии, говорит Старцева, было непросто. Самое сложное, но я думаю, что это уже был тайбрейк, когда пятая партия. Тут уже или выигрываем, или проигрываем. Но, как показала игра, что мы на эту пятую партию собрались как никогда, что вырвали все-таки в концовке. Сложно, но потом как было хорошо.